Всем привет, небольшая подборка интересных фактов. Здесь изображен скай-терьер Бобби, который верно служил своему хозяину около 2 лет. Однако владелец собаки, работавший в полиции, скончался, оставив питомца в одиночестве. Бобби не смог забыть хозяина и на протяжении 14 лет жил рядом с могилой полицейского, периодически покидая кладбище, чтобы найти еду. Подкармливал пса владелец небольшого ресторана, находившегося неподалеку. После смерти собаки в ее честь был отлит этот памятник, символ преданной дружбы. Буддистская пагода, которая является частью храмового комплекса на острове Самуй в Таиланде. Комплекс из около 2500 каменных ступ, затерянных в отдаленных районах Мьянмы. Популярная книга для детей американского писателя Роберта МакКлоски называется «Дайте дорогу утятам». Стало настоящим вдохновением для этой достопримечательности Бостона. История рассказывает о странствиях утиной семьи Меллард, в составе которой была мать и 8 малышей. После долгих изнурительных скитаний семейство нашло дом в парке Бостона, где и установлен этот памятник. Рога просто шикарные. Ну, хорошая детская игрушка. Ну, солидный прыжок. Прокат плавающих средств на пруду открыт. Котик на мягеньком диванчике. Кукла.